Здравствуйте, меня зовут Дарья, я мастер декоративно-прикладного искусства. И сегодня я вам расскажу и покажу, что такое мехенди, роспись хной. И помогать мне в этом будет наша замечательная модель Есения. Итак, мехенди – это традиционная роспись хной на теле. В отличие от татуировки, она является временным рисунком, но носится гораздо больше, чем боди-арт или аквагрим. Обычный рисунок мехенди носится до 3 недель. Краска у нас находится вот в таких вот фольгированных конусах, очень удобных. Прежде чем рисовать, его надо обязательно помять в ручках, чтобы стала хна тепленькая и податливая. Потом снимаем колпачок и обрезаем кончик конуса, чтобы можно было рисовать. Если вы начинающий художник, то обязательно попробуйте для начала порисовать на бумаге, чтобы понять, что это за материал, как он рисует, как он наносится. Хна у нас традиционно варьируется по цвету от рыжего, красного до темно-коричневого. Ну, приступим, будем рисовать. Рисунок начнет подсыхать и будет небольшое ощущение, что кожа стягивается. Это нормально. Когда рисунок подсохнет, образуется корочка, верхний слой, который потом легко снимается, и основной рисунок остается уже пигментом на руке. Как видите, краска у нас начала сохнуть, образуется вот такая корочка, которая легко снимается. И можно будет увидеть внизу, какой будет цвет нашего рисунка. То есть вот у нас получился такой прямо коричнево-красный. Когда подсохнет вся краска, легко снимется и останется основной рисунок. Когда сохнет корочка, руку ни в коем случае мыть нельзя, иначе мы наш рисунок размажем. После того, как все сняли, остался основной рисунок, за ним обязательно надо ухаживать. Рисунок из хны обязательно надо увлажнять. Мажем либо натуральными маслами, оливковое, кокосовое, горчичное масло, либо можно любым смягчающим кремом, только без компонентов, которые осветляют кожу. Это ускорит стирание нашего рисунка. Ну вот мы с вами узнали, что такое мехенди и как его рисовать. Поэтому дерзайте, пробуйте. Творческих успехов! До новых встреч!